всех любителей футбола. Прямо со стадиона для вас работают Георгий Черданцев. И нам показывают сейчас состав команды хозяев. Игроки на поле. Схема 4-5-1. Надеюсь, атакующие полузащитники не оставят центр форварда сегодня без голевых моментов. Тактику высокого прессинга. Как будут выходить соперники из такой ситуации? Вот что интересно. Посмотрим. Высокий прессинг – не новинка в футболе, и вариантов выхода из-под него много. Главное – не терять концентрацию и максимально четко распоряжаться мячом. Тогда преимущество окажется уже на их стороне. Приветствуем всех любителей футбола. Прямо со стадиона для вас работают Георгий Черданцев. И нам показывают сейчас состав команды хозяев. Игроки на поле. Схема 4-5-1. Надеюсь, атакующие полузащитники не оставят центр форварда сегодня без голевых моментов. Тактику высокого прессинга. Как будут выходить соперники из такой ситуации? Вот что интересно. Посмотрим. Высокий прессинг – не новинка в футболе, и вариантов выхода из-под него много. Главное – не терять концентрацию и максимально четко распоряжаться мячом. Тогда преимущество окажется уже на их стороне. Приветствуем всех любителей футбола. Прямо со стадиона для вас работают Георгий Черданцев. И нам показывают сейчас состав команды хозяев. Игроки на поле. Схема 4-5-1. Надеюсь, атакующие полузащитники не оставят центр форварда сегодня без голевых моментов. Тактику высокого прессинга. Как будут выходить соперники из такой ситуации? Вот что интересно. Посмотрим. Высокий прессинг – не новинка в футболе, и вариантов выхода из-под него много. Главное – не терять концентрацию и максимально четко распоряжаться мячом. Тогда преимущество окажется уже на их стороне. Началась. Все верно, края надо. Можно забивать. Знаете, есть такая опция — тренировка удар. Мяч из-за боковой будет введен в игру.